Санечек Беспалый, привет. Знаю тебя с 16-го года, и 16-го ты нам помогаешь, чтобы дальше помогал. Респектую, Ужуха, привет. Робимо чудові речі, які виховують негідників і які захищають наших військових. Друзі, долучайтесь. І зараз ви будете знати, що ви мої друзі, ви наші друзі, що ви робите активний супротив оцьому Мордору. А пройде час, і ви будете розповідати, що саме ви робили активний супротив оцій гидоті. Леся, це вже бренд. Есть у меня видео небольшое, вставлю, может, в превьюшку к вот этому видео, когда идут бои на Светлодарской дуге. И вот идут бои, и наши военные между собой говорят, и он говорит: Леся, Леся работает. А ну, Леська. Вот он. Ай-яй-яй. Ты видишь? Эдгар, есть очень тема важная для начала. Эта тема какая? Какая тема? Так сказать, какое будет нападение? Что будет делать Путин? Как, поговорим немножко? Да, вот, конечно, я же хотел вот. Поскольку мы на передовом рубеже. Я очень хотел даже сделать, ну, как в виде такой маленькой аналитики, ну, обращение к зрителям. Но мы с тобой сейчас еще лучше сделаем. Значит, ситуация такая. Ну, есть мнение, что мы не можем предвидеть, что там замутит Путин. Я считаю, что это не совсем правильно. Тут надо вопрос, что там замышляет Путин, что он сделает вот после 20 февраля там и так далее. Тут надо вопрос немножко поставить иначе. Тут вопрос такой. Можем ли мы предвидеть действия серийного преступника, серийного убийцы? И вот здесь, в определенных пределах с хорошей долей вероятности, мы можем сказать «да». Мы можем предвидеть, что действия серийного преступника. Почему? Потому что уже в самом вопросе предполагается, что это серия, что это есть какой-то, ну как бы фирменный почерк этого упыря. Вот пример с Гитлером. Гитлер, несомненно, был серийным маньяком. Ну, просто такого уровня своего гитлеровского. У него был любимый его почерк. Это Блицкриг. И он по этой схеме, по вот этой вот серии, вот так вот и работал. Кстати говоря, немецкий народ вполне себе принимал вот эту вот тактику, стратегию, точнее, Блицкрига. Блицкриг очень нравился до определенного момента немецкому народу. Что это такое Блицкриг? Это сила, концентрация этой силы военной и умелое такое грамотное управление силами, управление войсками. И вот немецкому народу в подавляющей своей массе это очень нравилось. Они же говорили: смотрите, какие мы немцы сильные, какие мы умелые, как мы всех тут... и англосаксов, и французов, и тем более там еще кого-то, как мы замечательно будем топтать. У Путина это ГБшная мразота. У него есть своя фишка, она называется гибридная война. Это чисто ГБшная вот такая мерзость. И я полагаю, что он тоже, как и Гитлер, Гитлер до самого последнего момента пытался что-то решать блицкригами. Даже в 44-м году, в конце 44-го года, Арденское наступление, это попытка блицкригом решить проблему Германии. Ну,
так сказать, удар по союзникам такой вот, ну, насколько получился, попытались опять-таки блицкригом решить эти проблемы. Также точно, мне кажется, что Путин всегда будет, ну, с очень большой вероятностью, в тех или иных рамках, в тех или иных условиях, всегда будет пытаться вот этой вот ГБшной, гибридной войной решать вопросы. Я думаю, что это надо быть готовыми ко всему. Но прежде всего, вот я уверен, что пройдет время, и можно будет вспомнить тогда мои слова, что это обязательно будет какая-то гибридная хрень, которая, кстати говоря, очень нравится подавляющему большинству российского народа. Им нравится вот эта вот гибридность, лживость, подлость, ГБшная вот эта вот гадость. Так что, скорее, я уверен, что это будет какая-то гибридная хрень. Можно посмотреть, например, на Грузию 08-08-08. Путину сейчас нужен только повод. Ему очень необходимо какая-то провокация, действия украинских вооруженных сил и принуждение Украины к миру. Это его мечта. Сейчас пока мы ему особенно не даем такой надежды. Ну, то есть, такого подарка мы ему пока не делаем. Но, так сказать, они будут вот так вот гибридно действовать, мечтать. Они мечтают о том, чтобы заставить нас выполнять так, как им хочется, Минск-2. В идеале им очень хочется подарить на российскому народу какой-нибудь котел, как они говорят, то есть окружение группировки ВСУ. И в идеале, вот в самых таких лучших мечтах, это какой-нибудь Минск-3 и капитуляция наша. Вот, вот это вот, что им очень-очень хочется. Могу сразу сказать, что самый лучший способ против вот этой вот мерзости, против вот этой ГБшной гадости, это наше активное сопротивление. Ну вот такая штука. Я желаю всем нашим зрителям, чтобы прошло время, даже сейчас, чтобы любой из нас мог сказать, что я участвую в этом активном сопротивлении. И пройдет время, и можно будет внукам своим сказать, что я участвовал, активно сопротивлялся этой гибридной ГБшной гадости. Вот такая вот штука. Как ты полагаешь? Может быть, у тебя какие-то есть соображения? Сейчас же может перерасти резко в активную фазу. К сожалению, может. Что у нас там в передовой, Александр? Я хотел бы узнать настроение наших войсковых. Что там? Готовы ли мы отразить вот это дерьмо? Потому что, сейчас, секундочку, я просто вот на моих стримах последних я очень много встречал чуваков, которые рассказывали, что в Крым переброшена 22-я десантная. С Дальнего Востока сюда едут эшелоны, там мне железнодорожник рассказал, врать ему смысла нет, говорит, к вам едут, но он думал, я с Донбасса, ты знаешь, что это. Ну, понятно, и, респект, есть, молодец. Спасибо. Офицеров встречал, тоже говорят, мы едем в Крым, они в Крыму собирают ударную силу, и вот я так понял, они могут с Крыма пойти, они же воду хотят-то по-любому. Крым, Белоруссия и Харьков. Вот три направления удара. Вот как и Донбасс. Это я. Беларусь. Харьковское направление. Крым и Ордило. Донецк-Луганск. Четыре получается. Четыре направления. Беларусь. Граница с Россией. Ну, грубо говоря, Харьковская граница. Вот Сумская, Сумы, Харьков. Этот самый Донецк, Луганск и Крым. Четыре направления. На самом деле, как мне сказали умные наши люди, что говорит, мы окружены, значит, врагам от нас не уйти.
Это шутка. В каждой шутке доля шутки. Говорит, мы окружены, значит, врагу не уйти от нас. Враг от нас никуда не спрячется. На самом деле, наши военные прекрасно понимают, и мне это говорили, и я уже это озвучивал, еще раз повторю, что наша задача на самом деле не такая уж и кошмарная. Нам надо сделать просто одну вещь. Нам же не надо захватывать там, я не знаю, Курскую, Орловскую область. Не надо за два дня на Москву и так далее. Нахрен нам это сейчас надо? Нам это сейчас не надо. Нам надо свести потери оккупантов, агрессоров, вот этих вот чучундр, к совершенно неприемлемому этому самому уровню. Я же говорю, что у Путина к максимуму, ну, к совершенно, да, по максимуму, но чтобы это им было совершенно неприемлемо. Я сегодня был в нашем Харьковском, заехал с утра в наш Харьковский штаб теробороны. Я вообще всегда работаю с нашими, ты прекрасно знаешь, у нас есть общие знакомые, с нашими наиболее серьезными такими вот очень-очень-очень хорошими подразделениями, наиболее подготовленными, начиная с полка Азов и заканчивая прочими спецпризначенцами. Но сегодня заехал, тем не менее, оказал посильную помощь нашей теробороне. Я был сегодня в штабе Харьковской территориальной обороны. Захочешь как-нибудь, может, вместе потом съездим через недельку, через две. Там им надо было небольшую помощь. Я все сделал, привез, спасибо, друзья, за возможность, так сказать, оказать помощь теробороне, потому что это ваша помощь, друзья, это ваше сопротивление, ваше участие этой гадости. Так вот, на самом деле, даже там, в теробороне, они говорят, что наша самая главная задача – это привести к тому, чтобы у противника, чтобы у россиян были совершенно неприемлемые потери. В чем прелесть вот этого вот гибридного блицкрига? Что, чем хвастаются россияне? Что, говорит, смотрите, у нас же в Крыму потерь не было. Их мечта, чтобы они что-то сделали, а им за это ничего не было. Ни санкций, ни потерь, ни гробов, ни трехсотых. Вот такая вот штуковина. То есть они должны просто само сознание, если они просто будут знать, что их потери будут велики и неприемлемы, это лучший способ от прямого нападения. Они смогут сделать только то, что мы им разрешим. Вот такая штуковина. В этом смысле очень классно, что поставляют противотанковые, противобункерные, противосамолетные ракетные системы, ракеты, гранаты. Очень хорошо. Да, это уже наглядно показывает, что мы уже не безоружны. Особенно вот эти энлавы мне понравились. Это ж жесть. Короче, там стоит. Скоро у нас металлолом подешевеет. Это бомжам горе будет. Я больше скажу. Противобункерные системы какие замечательные. Именно противобункерные системы так не нравятся вот этим тварям в окопах там, на фронте под Донецком, под Луганском. Они же... Если сейчас танки, они же держат далеко от линии фронта. Сейчас для танка россиянского подъехать к нашей линии фронта, когда есть стугны, корсары, фаготы даже старенькие, это самоубийство. Сейчас танки россиянские не приближаются на дальность прямой видимости к нашим окопам. Потому что наши позиции насыщены противотанковыми системами. Ну, хотелось бы, всегда хочется больше. Но, в принципе, по крайней мере, когда это не тысячи танков в одном месте, не сотни, не десятки танков в одном месте, то наша противотанковая оборона турами вполне справляется. Так вот, а их же
взводные ротные опорные пункты. Это ж какая мерзость. Они же так и называются. Прыщ, нарыв. Ну, правда, если хорошее название, сиськи. Там еще жопка. Ну, это ж как, сиськи, это два холмика стоят. Вот, называются сиськи. Там один холмик, прыщ, нарыв. Вот, и противобункерные вот эти вот ракеты, это какая замечательная вещь, они уже начинают подсыкать. Два слова еще. Помнишь, как они говорили, вам же джавелины не дают на Донбасс? Ты помнишь это? Как они, так сказать, рады, ну, как бы, что Соединенные Штаты поставили условие, что мы вам даем джавелины, но вы на Донбасс их не применяете. Сейчас Путин, он все делает для того, чтобы собрать, сконцентрировать НАТО, которое раньше было такое немножко рыхлое, ну и сейчас рыхловатое, но уже собирается, по крайней мере, лучшие страны НАТО. Уже на Донбассе появились джавелины. Уже вопрос времени, и будут вот эти НЛО. И другие системы, противобункерные системы тоже пойдут на Донбасс. И они очень этого ссутся. Вот такая штуковина. Так что сегодня, кстати, Путлер молодец. Он добился поставок. Ну да, по-своему он молодец. Сто пудов. Я даже иногда думаю, что он договорняк какой-то у него с Байденом, чтобы именно сгруппировать такое. Нет, он просто за нас переживает и все делает, чтобы нам понравиться. А, сегодня смотрел депутата, там в России с 1 февраля вводят вот этот стандарт захоронения братских могил. Представляешь, от 100 человек и выше, там такое скопом. Московский депутат выступал, вот, говорил. Ну да, гост. В Телеграме есть даже. Вот. Молодцы. Слышал, да, это вот такое? Все правильно. Представляешь, уже готовится. Это надо распространять и тыкать россиянцев. Это обязательно надо показывать и вот этим их там нетам и прочим чучундрам. Точно. У меня в Телеграме есть это. Надо показывать с телефона. Ну, это да. Заходите на Телеграм. При встрече. Он спрашивает, Наталья Коваленко, чи будут подавляться огневые точки на территории РФ? Пока, к сожалению, я думаю, что у нашего руководства еще это под большим вопросом. Но в случае, действительно, если это будет не какие-то там такие мелкие провокации, а по-серьезному, да, будет. В случае каких-то единичных случаев, возможно, да, возможно, не даст Зеля команду. Возможно, высшее командование не даст отмашку. А в случае действительно очень серьезного чего-то, да, да, будут удары по территории РФ обязательно. Ну вот, а ты как думаешь, ну вот в твоем видении, сколько на сколько процентов, что будет война? Я думаю, что готовится какая-то гибридная хрень, и это Путин еще сам пока не знает, что делать. Но будет обязательно какая-то гибридная хрень. К сожалению, она может перерасти в очень большую войну. Ну, просто потому, что пойдет не так, как это. Хотели как лучше, получилось как всегда. Путин еще пока сам, возможно, этого не знает. Он будет играть в гибридную какую-то хрень, какую-то провокацию. В разных формах. Ему очень надо, чтобы показать, что на него напало ВСУ. Что ВСУ напало на Беларусь. Что ВСУ напало на Россию, что ВСУ напало на Донецк, Луганск, на все вот эти четыре направления, и что ВСУ напало на Крым. Любой из этих вариантов его устраивает. Особенно Беларусь. Особенно Донецк, Луганск. Что ВСУ напали на беззащитного, на беззащитную Беларусь. ВСУ напали на беззащитный Донецк, Луганск. Вот чего они хотят.
И потом, я же говорю, как 08-08-08 будут пытаться понуждение к миру окружить какую-нибудь группировку ВСУ. Вот это они чрезвычайно хотят. Это может привести к очень серьезным боевым действиям. Но все-таки будем надеяться, что... Ну как, готовимся к худшему, надеемся на то, что все-таки это ограничится какими-то гибридными хренями со стороны Путлера. Вот. Ему сейчас очень непросто принять решение на что-то очень серьезное. Потому что сейчас не 14-й год. А если бы у нас, представь себе, если бы у нас в 14-м году были бы Байрактары, Гиркин, Стрелков, берет его отряд, берет в Славянске отдел вот этого вот местного это самое СБУ, и тут их на них сверху смотрит Байрактар и запускает одну ракету, вторую, третью, четвертую. То есть это... И не было бы ничего. И да? Не было вообще бы ни хрена. А если бы, например, колонной, когда Стрелков уходил, пусть даже договорняк был, что он покидает Славянск, а мы его не трогаем. Как можно было бы эту колонну расхерачить? А как можно было бы воевать этими же самыми джавелинами, стугнами, НЛО, противобункерными боеприпасами? Это ж только сейчас да. Мы до этого доросли. И они доросли. Путин все сделал. Путин своими передвижениями войск сделал поставки нам серьезных таких систем вооружения. Пусть они кричат, что они устаревшие. У них в России, какие же у них в России, когда это, если это устаревшие системы? У них же нет в России джавелинов, у них нет НЛО. У них нет вот таких вот противобункерных систем. Байрактаров у них нет. Там да, пытается это... создать какой-то беспилотник, но это такое. Байрактар это бренд. Что еще в чате, может, интересное спрашивают? Да вот сейчас пытаюсь найти, что... Друзья, респект танки, большое танки. За то, что пишете в чате. Что смотрите видео, поддерживайте Эдгара, заходите на канал, всячески поддерживайте. Наши разведчики очень выражают большую благодарность Эдгару за его работу. Есть такие вещи, которые до сих пор нельзя, так сказать, еще пока пускать в широкий доступ. Знайте, что у нас все это есть. Так что большое спасибо. Также, друзья, заходите к Александру. Вот. Поэтому, так сказать, кто это будет видеть видео на моем канале, заходите канал Эдгар Миротворец, канал Украинский Литовец и канал Эдгар из Украины. Подписывайтесь, смотрите, замечательные есть видео. Посмотрите наверняка, там многие, ну, некоторые из вас, многие из вас еще не видели замечательные видео. Там было бы очень хорошо, если бы наиболее такие серьезные видео с разводами, чтобы в отдельный плейлист. Они у тебя есть в отдельном плейлисте? Есть, да, у меня. Замечательно. Там, их там нет. Да. Замечательно. Заходите на этот плейлист, а поддерживайте другие видео. Смотрите, там очень много чего есть. Вот. Такие блогеры, как Стерненко, в частности, использует многократно, использовал видео оттуда в своих, соответственно, видео как видеодоказательство. Поэтому спасибо. Доказательная база. Доказательная да. база, да. А до этого наша разведка с этим работала. С телефонами, как вы только что сейчас видели. Как у человека можно взять телефон, как можно узнать его имя, фамилию, как можно тут же его в соцсетях найти, пробить, посмотреть фотки. Это все очень-очень... И самое главное, что выйдя на какую-то чучундру, можно и от него еще какую-то чучундру зацепить.
И это очень, очень дорогого стоит. Да, их там целое кодло. А вот Олег Малиновский из Луцка питает, в якому стані наше ПВО? Не дуже. От ПВО – це наша така болюча тема. ПВО і особливо ПРО. 100 гривень. Дякую вам за працю. О, подяка, дякуємо вам. Дякую вам. Дякую. Дякую, друзі. ПВО у нас застаріле. На жаль, таких сучасних поставок від США, від Ізраїлю, від Німеччини, від НАТО, від Англії у нас нема. На жаль. Тобто ми своїми старими радянськими ще системами. Саме таке потужне – це С-300. Є розробки, наприклад, Південного, там ще інші розробки, але поки це ще їх і дуже мало, це одиниці майже. Тому, на жаль, ПВО – це наша болюча тема. І про, наприклад, батареї Patriot нам були би дуже потрібні для захисту Києва, для захисту дуже важливих об'єктів інфраструктури. На жаль, поки такого нема. А взагалі поставки би систем би Patriot, поставки систем ПРО, наприклад, з Ізраїля, ну це мрії мої такі. Поки зараз, звичайно, що це неможливо. Це дуже-дуже дорогі системи. І ні, на жаль, ні Штати, ні хтось ще не піде на те, щоб дати нам ПВО і особливо ПРО. Це дуже-дуже болюча тема, але навіть з тими системами, що в нас є, можна зробити так, що не буде нападу на нас, якщо супротивник буде знати, що отримає відповідь. Тому дуже важливо, щоб Грім-2 від Південмашу. Тобто, річ у тому, що захищатися дуже важко. Краще інколи, дешевше суттєво, це наносити ворогу удари у відповідь. Що він знає, що якщо він вдарить по нашій території, чи оціми ракетами, чи там літаками, чи там ще щось, що є можливість дати у відповідь теж нанести удари. От так можна сказати. А як ситуація з танком? З нашим танком? З нашим харківським... З танчиком? Ні, з твоїм вот этим. Делаем, очень классно. Сейчас заложил 3 штуки. Один обычный, вот такой же, как на видео, потому что сейчас доделываем, и вот этот, который на видео, уже пойдет в войска. Кстати, там у нас есть общий знакомый, один из наших общих знакомых, кому он как раз в сосед, ну, с, и его соседям как раз пойдет вот этот танчик. Он сейчас уже, ну, как на финальной, сейчас доделываем, и он пойдет в войска. Один сейчас заложен, то есть там механика, все уже сделано, надо просто, ребята сейчас дописывают программы, дорабатывают, чтобы сопротивлялся системам РЭБ и так далее и тому подобное. Один танчик будет практически такой же, только, ну, как бы более технологичный, такой упрощенный. Но такой же по свойствам, по габаритам. Просто более рационально сделанный. Один с удлиненной базой и дополнительной подвеской. И один более крупный с очень большими колесами, с высокой проходимостью. Вот Александр Бендера питает, чи будуть підрозділи ВСУ по назначенню исполнять свої обов'язки? Будуть. Зараз не
не Крим в 14-му році. Будуть виконувати свої обов'язки. А от Наталя Коваленко спрашує про танчики. О, вітання. Вітання, вітання. Дуже приємно. Хай розкаже, як ЗСУ їх використовують. Річ у тому, що там хлопці на фронті, вони знають, як його застосовувати. Чому? Коли потрібно, його можна застосовувати для розвідки, тобто просто використовуючи штатну камеру, або ще краще додатковий модуль з камерою поставити. І наші айтішники харківські, вони, до речі, вони дуже допомагають, вони роблять оці модулі з камерою і з системами передачі інформації з цієї камери. Я роблю сам танчик, а вони вже роблять деякі речі до нього. Це розвідка. Тобто, що він стоїть десь у сірій зоні, ми туди людину не відправляємо, не ризикуємо цією людиною. І він спостерігає однією чи навіть більше, ніж однією камерою. Крім того, розмінування. Тобто, якщо потрібно, щоб ми не людину посилали, а особливо в сіру зону, або десь на нашій позиції, де зараз, на жаль, і дистанційне мінування, наприклад, мінами ПОМ-2 протипіхотними, або системи охота, або встановлені якісь там МОН-50, чи там, наприклад, ОЗМ-72, чи інші міни. Тобто це розмінування. І танчик – це чудова штука для розмінування. Він не вибухає на протитанкових мінах, тому що в нього нагрузка на колеса не така велика. Протитанкові міни він просто переїжджає, а от протипіхотні він стійкий до вибухів, легко ремонтується і він може займатися розмінуванням. Чи, наприклад, розвідкою, коли є загроза мінування. Крім того, як носій зброї і як протиснайперська система, тому що коли снайпер буде бачити, що десь там біля нього, наприклад, навіть в кілометрі, чи там на більшій дистанції, де є така пересувна камера, що вона спостерігає, камерами зараз дуже чудово працюють проти снайперів. Тому що в декілька дистанційно керована камера з дистанційним керуванням, стаціонарна, десь вона стоїть. В декілька очей можна дивитись на екрані, дивитися, де там є снайпер. А коли ця камера пересувна на танчику, він десь лазить там у сірій зоні, то снайпер супротивника дуже погано себе відчуває. І крім того, от мене спрашивають, ну хорошо, а зачем нужен танчик, когда есть коптери, дрони, коптери і так далі. Отвечаю на этот вопрос. Дело все в том, что есть такие вопросы, где коптеры и дроны им плохо себя чувствуют. Это лесистая местность. Особенно, когда идет зеленка, он сверху не видит. Он видит равномерные кустарники, деревья. А именно полазить вот в зеленке, в серой зоне, длительное время там находясь, это для танчика. И танчик не против коптера. И коптер не наш коптер не против танчика. И наш танчик не против нашего коптера. А они вместе замечательно работают. То есть там, где необходимо используется коптер, дрон, а где необходимо танчик-киборг. И вместе они вообще замечательно работают. Так, друзі, от Ремальник написав канал Олександра. Підписуйтесь і обов'язково підтримуйте Олександра і наших військових, оскільки Олександр діє на користь та благо України. Діє невтомну працю. Друзі, підтримуємо
Александра Беспалова та його изобретение. Вот. И еще дякую, друже, Ремальник. Питає... Так, да. Так. Александр Гега питає, в разі повномасштабної війни, чи буде зелля на місці, чи втече? І що буде в разі його втечі? Це не важливо. Там вже військові будуть працювати, що буде зелля, що не буде. Ми знаємо, хто такий зелля. Вважаю, ну, сподіваюся, що він не втече. Ось. Він, якщо його роздраконить, можливо, він буде робити більш-менш такі адекватні кроки. Сподіваюсь, що він не втече, але зараз це не принципово. Ми повинні захищатися і наносити несумісні, неприйнятні оці удари по ворогу. Чи є зелля, чи нема, військові будуть працювати, що є зелля, що нема. Це не принципово. Сподіваюся, що зелля буде на місці. Незалежно. Незалежно, да. А от ще питає Іван Крінтовський, що ви думаєте по сьогоднішнім переговорам у Франції? Поки є інформація, що росіяни не сподіваються, що нас здадуть. І що ми самі себе здамо. Поки є та інформація, що є, нічого такого ще нема. Тобто нікого і нас не здають, і ми самі не здаємося. Більш буде більш інформації, подивимось. Але поки зараз, друзі, нас ніхто не здасть, ми не склотара. Ми самі себе можемо тільки здати. От наша активний наш супротив – це чудова гарантія, щоб з нами рахувалися і щоб нас ніхто нікуди не здав. Воювати вони за нас не будуть. Але ми самі повинні так робити, щоб ми були, щоб вони просили нас уступу НАТО. От такого. Он пише Андрій Калина. Обов'язково підтримуємо проєкт «Танчики», щоб ми мали побільше очей в сірій зоні. Дякую, друзі. От, до речі, я не готувався, але це пульт керування танчиком. Ух ти! Вообще. Оце антена. Це один з пультів. Є і більш потужні пульти. Отут акуми. Отут на болтиках оце кришка знімається, акуми міняються. І оце, ну, це антена спеціальна, така, що захищений зв'язок. І дуже-дуже просто отут реалізовано керування танчиком без цього, без джойстика. Є варіанти з джойстиком, але дивіться, от є такі, от я ж не готувався, але в мене все лежить. Оце пульт дистанційного керування з джойстиками. Але, ви бачите, чудова штука, але ж вона не для фронта, не для окопів, ви розумієте? І крім того, його важко зробити захищений зв'язочок. Він стандартний, ми його переробляємо, але це я просто показую, ми оцей пульт використовуємо, коли ми просто випробуємо, наприклад, щоб не працювати зайвий раз пультом захищеного зв'язку, а працюємо оцим стандартним пультом, щоб випробувати механіку, як він їздить і таке інше. Але, і хоча і тут є режим відкритого зв'язочку, більш відкритого, і імпульсна така дуже класна система, керування танчиком, інтелектуальна чудова штука, керується оцими дуже оця захищена штука, його можна кидати, не бажано, але якщо його кинути на підлогу, в грязюку, в багнюку, все буде працювати.
Супер, супер, друзі. Підтримуємо. Тут повне керування. Повне керування і швидкість керується, і керується повне керування вперед, назад, швидкість, повороти, все тут реалізовано. І воно компактне, бачите, як воно у руці лежить. Це потужна штука, от потужні тут акуми, класні, чудові, допомагають нам наші айтішники, чудова отака штука. До речі, теж ось звичайна Baofeng радіостанція, і ми трішечки робимо апаратуру, щоб змінювати певні характеристики сигналу у цих радіостанцій. Ось він, Baofeng. Він працюючий, все. Це теж ми робимо от такі радіостанції. Переробляємо отакі більш компактні радіостанції, дуже зручні. Оце перероблена вже. Оце не перероблена, а оце перероблена. Це теж все працює. Все працює, переробляємо, міняємо сигнали певні, працюємо. Але, от коли ми повністю робимо свою апаратуру, то це чудово. Це я можу показувати, це більш, ну це ж захищений пульт, але є і трішечки більший. І коли ми самі робимо апаратуру, то ми можемо, наприклад, використовувати, коли потрібно, отакий пульт. Можемо використовувати отакий пульт. І можемо використовувати більш потужний пульт для керування танчиком, більш захищений сигнал. Це чудово. По оцій антені неможливо сказати, який діапазон частот. Вона так зроблена, що не знаючи деякі характеристики деталі, які тут є, не можна сказати, який діапазон частот вона використовує. Це чудово. Тому що оці радіостанції, вони працюють у стандартних діапазонах частот. Оце двохдіапазонна, оце однодіапазонна. Але ми їх переробляємо. Ось такі справи, постійно працюємо. Модернізуєте. Саме так. От іще питання. Питання, як думаєте, чи треба повертати генерала Кривоноса назад на посаду командування військами? Я його не знаю, не можу сказати. От не буду показувати, хоча можна показати. От більш потужний пульт керування танчиком. От він більш великий, тут більша потужність, але і це ще не все, є ще варіанти, робимо все це. Тому без апаратури ми не залишаємось. Теж акумуляторний відсік, потужний блок. От дивіться, от маленький, оце великий. Вони схожі, але оце вже дороблений, а є ще більш потужний, трішечки ще більший, але не буду поки показувати. Там є речі, котрі не хочеться показувати. Та може не треба. Ні, ну оце без питань, тому що ми з ним ходимо, їздимо, випробуємо, але це вже, ну, просто по зовнішньому вигляду, ну що тут скажеш, ну коробка і коробка, акуми і акуми, вмикнули і вмикнули, і поїхали. Ось. Робимо і поїхали. Чудові речі, які виховують негідників і які захищають наших військових. Друзі, долучайтесь. І зараз ви будете знати, що ви мої друзі, ви наші друзі, що ви робите активний супротив оцьому Мордору. А пройде час, і ви будете розповідати, що саме ви робили активний супротив оцій гидоті. До речі, Леся, это уже бренд. Есть у меня видео небольшое, вставлю, может, в
превьюшку к вот этому видео, когда идут бои на Светлодарской дуге. И там наши взяли Новолуганское, а до этого были достаточно серьезные бои с обстрелами и так далее. И вот идут бои, и наши военные между собой говорят, и он говорит: «Леся, Леся работает, Леся стреляет, Леся выховує негідників». И потом так: «Херак там оно», и он: «Ух ты, как классно! Да ты шо», говорит. Леся — супер, это уже бренд, и вы, мои друзья, вы к этому приложили руку. Вы активно в этом участвовали. Большое спасибо, респект вам. И точно так же Танчик Киборг и другие еще есть системы, которые тоже уже будем потихоньку делать так, чтобы это тоже был бренд. Не Байрактарами. Байрактары — это замечательно, это очень классно. А Леся — это наша народна зброя. Тому долучайтесь, и вы будете казати, що ви теж робили супротив цьому Мордору. Дякую вам, друзі. Приєднуємось, друзі, приєднуємось і пробуємо, Лесі. От ще питання, вже три чоловіка спросила. Що ти думаєш за Єрмака? Лучше промовчати. Давайте не будемо. Зараз, звичайно, да, що, звичайно, що мрія Путлера — це щоб ми між собою сралися, щоб у нас була п'ята колона. Але саме коли це наша людина, то ми не повинні між собою сратися. Тому я прошу не... Навіть, от дивиться, як погано, коли блогери сруться, і сруться не тільки блогери між собою, починають сратися підписники, наші глядачі починають сратися, як це погано. Не треба цього робити. І отам, по нашому відношенню до оцих ось можновладців, оцих великих людей, в мене теж є дуже-дуже великі, скажімо так, підозри або негатив проти деяких діячів, але трішечки пізніше. Ось такі справи. Ну да. Зараз просто заведуся. Да. Це трішечки в сторону. Не той час. У нас є кому. Якщо б у нас СБУ працювала б як Мосад, то всі ці гадюки вже сиділи б, чи були під слідством, чи суд чудовий, законний, справедливий суд. Так. Да. Або обмінний фонд. Ще, може... Да-да. Спрашивают, можно ли оккупантов довести до паники частотой 7 ГЦ великой потужности? Это самое. Там є певні наробки в цьому плані, але це вже не тільки радіоелектроніка, це більш акустика така інфразвукова. Там, якщо я не помиляюсь, певні розробки були, але я просто не знаю, в якому вони стані. Взагалі, інколи нам дуже потрібна зброя, теж дуже потрібна зброя нелетальної дії. Саме в умовах гібридної оцієї війни. Тому що коли використовується мирне населення, коли його оцю вату підбурюють, то нам теж потрібна, дуже потрібна нелетальна зброя, якої не було у нас у 2014 році. Цю тему треба обов'язково просувати.
Так, вітаю, Міловін, нас вітає. Чудово. Тест-блогер. Вітання, дуже приємно, пані Міла. Пишуть люди, треба Олександру Безпалому госнаграду, государственную награду. Уже. Друзі, для мене сама головна нагорода – це вітання, це привітання, це визнання у наших військових. Якщо ми людину захищаємо, якщо ми наших військових захищаємо, якщо вони почувають себе у більшій безпеці завдяки вашій допомозі, завдяки тому, що ви долучаєтесь, що ви допомагаєте, то це найкраща нагорода. А там вже будуть якісь там нагороди, де вони тут? Будуть там якісь відзнаки, там чи не будуть, буде щось чи не буде, це вже, це приємно, але це не головне. Оце і оце не головне. Хоча приємно, але це не головне. Це не головне. Ну, це не головне. Там ще щось є. Ну, то таке. По те саме, на форму чіпляти там. Ну, що я буду ходити? Я знаю людей, які ризикують своїм життям, які не сядяться ходити у розвідку, в тил ворога, робить зіпсовану каву, і потім щось трапляється там. Я знав деяких людей, які, на жаль, загинули. Тому і от так активно хочеться зробити, щоб у нас пішло виробництво, хоча б навіть у мене, танчиків. От Лесю зараз вже я не роблю, а роблять декілька ентузіастів в різних містах, роблять Лесю. Є Леся Тернопільська, є Леся, якщо я не помиляюсь, у інших містах, під Тернополем, місто Чортків роблять Лесю, в Тернополі допомагають. Я забув, чи він, якщо не помиляюсь, у Вінниці роблять Лесю. От, чи Вінниця, чи просто я забув. Вони її трішечки по-іншому називають, але її теж в військах дуже часто називають Леся. Вони її назвали Змій Горинич, тому що на 3 РПГ. Але її дуже часто називають Леся. І ще в Маріуполі роблять Іванича. Тому, коли вже відпрацюємо оці модульний танчик, то і я поки зараз буду робити, а буде можливість і будуть робити ентузіасти, наше громадянське суспільство. Грошей це не тут не заробиш, але це тут невеликі гроші, ну, відносно невеликі. Там, тобто, це там один, там одна тисячна відсотка, ну, я так образно кажу, від Байрактара. Ось. Але це дуже класно, бо Байрактар там при високому командуванні, а це от саме хлопці, от деяких з котрих ти знаєш, Едгар, наші спільні знайомі, їх сусіди отримають от такий ось танчик. Один, другий, потім ще щось. Різні підрозділи. І це чудово, для цього і працюємо. Дякую вам, друзі. Дякуємо, Олександра. Перемога за нами буде, коли у нас такі є винахідники. Дякую вам. Друзі. Коли у нас є такі помічники наших розвідників, як Едгар. Дякую, друзі. Я вже піду рано завтра, треба прокидатися. Друзі, дякую вам. Дуже приємно. Я дуже вам вдячний. Дякую, хто дивився. Дякую, хто долучається. Дякую, хто допомагає інформаційно. Підтримайте, будь ласка, Едгара.
и канал «Эдгар Миротворець», и канал «Эдгар из України», і канал «Український Литовець». Підтримуйте, будь ласка, робимо чудові справи, єднаємося. І супротивнику це найкращі ліки від гібридної оцієї гібешної гидоти. Дякую, друзі. До побачення.